Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. Короче, я сейчас перезаписываю данную серию, потому что у меня не дописалась серия, блин. Я дописал где-то около часа, тупил, вот, и в итоге еле как прошел этот момент, и в итоге у меня не записалось. Поэтому, пользуясь случаем, давайте я перепройду этот момент быстренько, я уже не буду тупить уже, как в прошлый раз. Как за кадром, короче. Вот. Не буду тупить, буду все быстренько делать. Итак, я так понимаю, сейчас... сейчас почитаем. Брошюра строителей канализации. Обращение генерального директора. Благодарим вас за интерес за Ignite Construction Company. Дебют нашей компании состоялся более 20 лет назад. И за это немалый срок нам надо наводить канализационные сети в лучших городах нашей страны. Но мы всегда сфокусировали двум главным принципам. Вся жизнь — игра. И стиль превыше всего. Компания КСС требовала верить в то, что даже подземная работа должна оставаться верной своему неповторимому стилю. Наши канализационные системы просты в использовании, словно пешка, но и качество не оставляет равнодушным даже короля. КСС — выбор победителей. Вот так вот. До встречи на поле битвы. Так, у нас тут есть еще кассета. Посмотрим ее. Прошу, Боже, умоляю, хватит. Не надо. Нет, нет, нет. Урод! Нет, не убивай его. Крысы. Они разнесли вирус. Так. Что такое? Ага. Коняшку сразу сюда. Это потому что видно по картинке. Коняшку сразу сюда. Определенно ладья и Квин на одной стене, а слон и ферзь не рядом друг с другом. И еще, ферзь и ладья были друг напротив друга. Как открыть дверь в зону У? Кто потерял... Я потерял инструкцию, где написано, как открыть дверь в зону У. Посреди все недавние самотохи. Знаю только то, что надо подключить по штекеру в каждый разъем. Если кто помнит, какой штекер, куда втыкать, прикрепите инструкции на эту доску. За мной должок. А это что за это самое? Это нет. Изучить. Так я вспомнил, что в форме слона. Ладно, пока и тут он будет. Это слон. Остальное надо будет искать. Но в принципе, это пешка у нас. Это у нас пешка. Почему нельзя просто посмотреть? Чё воткнуто, чё не воткнуто. Короче, ладно. Да, мы это все изучили. Да? Короче, сейчас мы с вами пойдем. Так, как у меня состояние? Это внимание, да? Ну ладно. В общем, сейчас пойдем мы с вами. Опа. Берем. Карты канализации берем. Но я это уже все наизусть знаю, так что пройдем мы быстренько. Надеюсь. Если тупить не буду. Так. В общем, запускаем вот эту грязь. Переправу. Ну блин, я просто целый час тупил, или полтора. И просто тупил дико. Сейчас я уже признаю все наизусть и типа, что делать. Ну вот так. Ты тварь. Да, он встал. Иди. Какого хуя? Там готов. Значит, берем вот это. Что это за... Очищает тело от токсинов.
Вот, кстати, в прошлой серии, которая вот должна была выйти, в прошлый раз, когда я записывал досье, вот это я, кстати, тоже знаю, но по идее это, ладно, давайте по-честному. Что я хотел сказать? И по идее, когда я проходил первый раз, я просто получил отравление. Вот, берем наше это приспособление, ставим сюда. Сейчас пойдем еще сюда вниз. Чтобы по-честному было, нам, мы код, конечно, знаем, но чтобы было по-честному. Квитанция доставки. По адресу, указанному вами при заказе, был доставлен следующий товар. Огнестойкий сейф, одна штука. По кодовой комбинации написано мелом на боковой стенке. Нервой 4, надпись, прежде чем приступать к исполнению товара. Там мы найдем часть дробовика. Но этот самый дробовик, я их смог найти просто. Или чё, он собирается по частям, или чё. Но там, по-моему, есть еще одна часть. Насколько я знаю. Вот. Поехали, значит. Влево 2, вправо 12, влево 8. Ложу для дробовика. Пойдем с тобой. Чё, подожди. Пойду сложу, короче, этот дробовик, части дробовика. Это я еще одну находил, конечно, я не помню, находил ли я вообще. Так. Вот дробаш нужно, а это выложить можно. Вот длинный ствол. Это тоже надо выложить. И это тоже надо выложить. Так, скипетр. Вот скипетр мы же юзали, я же помню. Мы же юзали скипетр. И это тоже юзали. Но почему вот просто... Короче, это все просто все складываю, потому что я уверен, что то нам это не понадобится. Вот. Ну просто потому, что уже, в принципе, концовка должна быть. Мы близко к фигу завершили, и все. Сколько? 5 часов. На самом деле, я, по-моему, Миша наиграл. Ладно. В общем, куда нам надо идти? Вообще, я помню даже так. Наверное. Так. Сейчас спустимся. Слушай, а я не сложил? Нет, не сложил, слава богу. Так, ходим, пожалуй, сюда. Потому что я помню. Здесь у нас будет сейчас ключанский нужный. А, еще, по-моему, да-да-да-да-да, вспомнил. Ну сейчас мы потом вернемся туда. Просто я это уже все проходил, типа я уже все знаю. Я даже это скрывать не буду. Просто берем ключик, это мы уже, получается, исследовали, все. Идем обратно. Где, блин, дробаш искать? Я не могу найти дробовик. Я не могу найти дробовик. Так. Берем. Ах ты.
Так. Здесь мы с вами обследовали. Так. Дайте вспомнить, дайте вспомнить. Наверное, сюда. Вообще, можно еще туда ходить. Да, тут ручная граната. Вообще, мы ни разу не ходили ручную гранату. Вообще ни разу. Только качественный порох. Зачем? А я думаю, сейчас идеальная возможность использовать грену. Да блин. Стой. Как тебя взять? Как тебя ее взять? Че? Я не понял, как тебя ее взять-то? Выбрать. О. Я не помню, как ты... А, вот. Блин, опасно, зараза, блин, опасно. Отравление, блин, зараза, я отравился. Так. Всё, тихо. Вот так вот. Где моя? Я просто разбирался, как гранату кидать. Так. Тут ничего. О! Да. Это что у нас? О, да, отлично. Это надо, это надо, это надо. Это нам надо. Так. Использовать? Пленка. А единственная пленка, наверное, можно только посмотреть в полицейской участке, да? Так, набедренная сумка. Это мы же с вами берем. Так, открываем. Так, тут у нас мастерской. Что или нет? Что это такое? А, ну это фигня, я не буду использовать. Уже. Блин, стой! Что за? Очень много. Вот откуда вы появились-то вообще? Ты откуда вообще-то появился-то? Тут вообще никого не было. Прикалываешься? Я реально говорю, никого не было. Никого не было, просто сзади взял, появился. Что? Да блин! Да блин! Вы чё такие напряжные-то?
Я вообще не понял, откуда он взялся вообще сзади. Это вообще западня какая-то. Так, ладно, берем. Открываем вот эту вот шнягу. Тут у нас листовка джазового фестиваля. Тут что у нас? Порох, да? Или что это? Да, это порох. Порох брать не вижу смысла, потому что у нас бесконечные патроны. Так. Да, вот это. Куда мы с ней попадаем? Вот опять для дробаша. Но дробаш я не могу найти. Если я нахожу некоторые детали, это чисто случайно. Блин, вообще нам не сюда, по идее. Поэтому идем обратно сейчас. Это что вы знаете, как это, как что сделать? Да. Так, сюда вниз. Пускаемся вроде бы. Верхний канал. Опять патроны для дробовика тут лежат. Господи. Патронов башку вытерел. Благо сейф еще тут. Хорошо, что сохранение сейчас здесь, потому что иначе как. Так, куда нам? Порох, ладно, не буду брать уже, что.
отстаньте от меня. Вот не ожидал я тебя. Вот откуда он появился? Откуда он появился сзади? Откуда он распавился? Что это такое? Это что? Не убил? Если этот прёт. Мразота. Всё, до свидания. Откуда вы взялись? Зашиблись. Запарил он меня. Это патроны. Листовка опять. Блин, ладно, я дойду до этого места и продолжу. Все, прибыли. Да блин, опять он встал. Короче, мы прибыли сюда. И здесь вроде бы. И здесь. А, или это короткий путь. Стоп, или это короткий путь. Да, это короткий путь. Так, значит, я походу что-то забыл. Так, это все у нас изучено? Это все у нас изучено. Оф. Блин, а я забыл. Значит. Куда идти-то конкретно? Вот. Ну-ка, лифт мастерской. Ну, лифт мастерской будет понятно, что там будет лежать этот. Блин, я все-таки, походу, забыл, куда идти. Ладно, мы давай возьмем. Все, это, здесь мы уже все осмотрели, вот прям все. В нижний канал, вот как надо. А, во, вот, вот здесь есть лестница. Можно туда. Наверное, там. Сейчас вернусь туда. Блин, я дундук. Все, я вспомнил, я дундук. Я же не спустился еще сюда. Я же не спустился еще сюда, в этот нижний канал. Берем. Это еще что? Блин, не успел выключить. Сори. Не успел выключить микрофон. Что? Не успел. Так, у нас есть, да, есть отравление тут. Так. А ведь казалось, хуже некуда. Если персонаж, запомните, если персонаж говорит какую-то сюжетную фразу, значит, мы идем правильно.
Да помните это сразу. А вы не хотите. Гладик, 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 гладик. Да, нормально, нет отравления, нету. Да-да. Да-да. Нож исчерпан. Куда я тоже сделаю? Ну и пиздец. Вот, вот сюда. Ты чё прикалываешься? Ах ты гнида. Блин, да ты прикалываешь, что ли, блин. Все, давайте. Вот только этот выскочит, пускай. Вот он. Да, я понял, как их обнаруживать. Это отравление не мне нож сюда. Все нормально. Вот сейчас все норм вообще, все идеально. Нас не задело и хорошо. Идем дальше. Блин, что эти твари, я просто сейчас буду бить просто, я не знаю. Пришли. Блин, ладно. Короче, спускаемся вниз. Тут у нас король, которого у нас нет. Пока. Тут у нас закрыто все. Вот король. Все, ставим. Здесь у нас закрывается. О! Вот тут еще дверь. Да. Вот тут немножечко подумать надо. Немножечко подумать так.
Дальше строить, использовать. Вообще надо не забывать осматривать, потому что иначе, блин, ты запутаешься, где что-то. Так, вот король, все. Прыгнем, сейчас прыгнуть надо будет. Тут ничего нету, да? Нет, ничего. Прыгаем. Ты откуда? Гад такой. Вообще непонятно. Так. Короче, сейчас мы сейчас возьмем, наверное, огнемет. Да. Возьмем огнемет, сколько там? А, нормально, берем. Почему бы и не взять, да? Собственно. А, значит. Это мы с вами берем. Тут у нас получается не. А, стой! Там же была эта дверь, да? А надо открыть ее. С другой стороны, сейчас, секунду. Блин, наверное, надо что-то выложить, потому что... Или выбросить, потому что это фигня. Угу. Так, короля тут надо. Блин, вот же. Просто, блин, бессмертные какие-то. Так. А я не понял, в смысле. А вернуться как? Да господи, ты боже мой. Вот тут я сейчас буду потупливать опять. Понял. Не то. Да нет, то, ты чё? Чего? Подожди. Ну, в форме короля. Или от этого? Не, подожди. Чё-то я запутался, секунду. А! Господи. Я думаю, что не так? Всё. Теперь? Или как это сделать? А, во! Смотри, я понял. Сейчас короля поставим. Все. Короля поставили, сейчас мы здесь открыли, получается. И сейчас смотрите, что мы делаем. И возвращаемся здесь. Вот так, все. Тут у нас. Давайте, мистраф.
все отлично, все сделано, все выполнено, все хорошо, все сделано. Теперь возвращаемся обратно. Сейчас надо использовать эти штекеры, только надо обратно, блин. И все. Стой! А, это мертвец. А сейчас все уже мертвые, типа, зачем? Куда это идем-то? Складовую с припасами, нафига? А, о, тут там же лестница была, все, я помню. Только надо обойти сейчас это все. Отстаньте от меня, блядь. Зашибись. Ах ты, гнида. Где вот? Просто не видно ни шуша. Теперь давайте так. Читаем. Ферд и Лади были друг напротив друга. Ферд и Лади были друг напротив друга. А Ферд не рядом друг с другом. А что он и Ферд не рядом друг с другом. То есть получается. Блин, давайте-ка смотрим, потому что мне неудобно. Я не в этих. В форме ферзя, в форме короля, в форме ладьи. Итак. Ферзь и ладья были друг напротив друга. Поехали.
остается вот это. Ага. Ну же. А что если... Короля сюда? Короля сюда. Не, подожди, нет, стой. Короля сюда? Потому что... Перс и Ладья были друг напротив друга. Значит, сюда. А слон чё? Что-то я какой-то хрень делаю, секунду. Сейчас я должен перечитать, короче, это все дело. Так, коня тут понятно уже, сюда надо, надо. Сейчас, секунду, я положу тут, я просто подпил что-то немного. Так, Ферд и Ладья были друг напротив... Еще раз. Слон и Ферд не... Ферд и Ладья были друг напротив друга. Наверное, сюда короля... Не. Не, подожди. Влево короля, потому что, смотри. Влево короля... Друг напротив друга. Ферзь и Ладья друг напротив друга. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Подожди, слон и ферзь не рядом друг с другом. Это что? Ага, значит правильно. Это должно быть правильно. Да. Все. Решено. В принципе, тут вообще как бы легкая отлично. Головка. Я близко, Ада. Ну чё, погнали спасать Аду. Что у нас там? Внимание. Так, я хочу посмотреть, что у нас тут... Так, лечебный спрей. Синяя трава, красная трава. Нет, тут ничего такого нету. Ладно, все, погнали. Дверь открыли и погнали. О, шерсть токсинов, нормас. Трава зеленая, вот кстати, надо бы ее заряжать, наверное. Чтоб получше было. Красная трава. Такая.
что она делает вообще? Ну-ка. Давайте тогда вот так вот врубим. Нет. Тут поливаться вот что-то надо. Во! Просто на изичи решаем. Да ты чё, обурёшь, что ли? Твою ж мать! Куда и что делать? А куда? Ага, вижу. Ладно, внимание, нормально, ладно. Как он выжил? Да твою прямо на меня. Я лучше доедаю птичку. Сейчас это важно. Вот что я понял. Наверное. А, его надо... А, я по... Короче, его надо спихнуть. Его надо спихнуть. Его остановить надо. Сейчас, смотрите, что делаем. Блин. Сейчас этот бэк-бэк просто не пришел. Что ты делаешь? Вот и попался! Быстрее, я тебя прошу, умоляю. Получай! Потрапил. Надо было. Я это переиграю, потому что я тупанул сейчас, конкретно тупанул. А сейчас автосохранение тут должно быть, но я тупанул просто, ребят, я тупанул. Надо было его просто остановить. Все, поехали.
Так, выбираем. Да это что надо мне обойти? Перезарядки быстрее. Ладно, я тебя понял, я тебя просто я тебя понял. Ну ладно, я сейчас переигрываю. Ну блин, я понял суть, но тут надо главное, блин, вовремя уклоняться и попадать, по-моему. О, световая. И тут что? Нож. Вот и попался. Получай! Надеюсь, его сейчас застрелили. Надеюсь, по крайней мере. Надеюсь, на этот раз он умер. Как он еще не сдох вот после такого, я не знаю. Все. Приемник. Тут? Нет. Нам надо в мусороприемник попасть. Где ты? Я здесь. Я почти начал волноваться. Не могу вытащить. Не уверен, стоит ли. Доставай, я не смогу так ходить. Ладно, будет больно. Держись. Я могу и сама. Успокойся, я помогу.
Ну, что дальше? Выбирайся отсюда, пока можешь. Я тебя не брошу. Еще и с раной. Ты не понимаешь. Все хуже, чем я думала. От меня ты так не отделаешься. Ты спасла меня. Моя очередь. Не знала, что мы ведем счет. Обопрись. Полегче, парень. Просто хотел помочь. Аккуратнее. Хочешь помочь? Нужно попасть в улей. Улей? Лаборатория. Прямо под нами. Аннет проболталась. Образцы там. Ты в деле? Думаю, выкрою время. Тогда за работу. Да, мэм. Фуникулёр отвезет нас в улей. А этот браслет – наш билет. Круто. Где взяла? Одолжила. Так, мы почти дошли. А мы смотрели? Да, мы смотрели. Вообще, давайте травы выложим эти, от токсинов. Еще вот эту траву выложим. Вот так вот, да. Браслет еще чего Лары, так что мы попадем сейчас. Чертова нога. Я понесу тебя. Ну нет, мне только хуже станет. Как плечо? Хуже, чем выглядит. А мы хороши. Оба одной ногой в могиле. Кстати, сколько серий идет, интересно? Уже час, но, в принципе, нормально. Хоть в этот раз записывается, блин. Вот и наш транспорт. Пути назад не будет. Подготовься, Леон. Я уже готов. Фуникулёр отправляется в улей. Не пытайтесь выйти до прибытия в пункт назначения. Знаешь, я думаю, нельзя ждать, пока ФБР прижмет ублюдков из Амбреллы. Согласна, но не забывай. У тебя нет официальных полномочий. Это дело ФБР. Получим Г-вирус, и каждый сам по себе. Эй, Леон, веришь мне? А ты мне? Иначе ты был бы уже мертв. Ну да. Я думала, ты сможешь помочь, и была права. Добудешь Г-вирус, и я сделаю так, что история Раккун-Сити не повторится. Ада, ты сама сказала, это дело ФБР, Леон, у меня нет полно... взгляни на меня. Я бесполезна. Ты моя последняя надежда раскрыть дело. Я не могу тебя тут оставить. Что, если нападут? Что, если... Вау! Я справлюсь. Не волнуйся за меня. Я хочу покончить с этим. И снова увидеть тебя. Мне есть ради чего жить, поверь. Вы прибыли в улей. Иди,
Прошу, времени мало. Возьми это. Ладно. Леон, я верю в тебя. Знаю. Айди, браслет. Короче, ребята, есть ли сейф поблизости? Здесь храниться надо. А, ну тут автосейф сразу сработал, так что все нормально. В общем, все, ребята, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующей серии и уже закончим с вами Resident Evil 2. Я так думаю. Ну что ж, всем спасибо, всем пока.